вот здесь должна быть моя речь. На, Серега. Здесь нас кто-то увидел. Да. И моя речь о том, что нас снова кто-то увидел. Едет трактор. Матрица знает о вас все. Глушь! Глушь! Ехали на машине, нас не видели, правильно Саша говорит. На, стали подходить к церкви. Вон тебе трактор. Развернись, сними сейчас трактор. Он сейчас из-за куста как раз выйдет. Сейчас вот прямо из-за кустов должен выехать. Видно? Угу. На видео. Ну вот вам, пожалуйста, трактор. Пошли дальше. Выключай. Вот так вот. Вот и попробуй. Пройдись в российской глубинке незамеченно. Да не знаю, почему ее построили внизу. Нашли мы этот пруд первый, вот он. Я не знаю, будет ли его видно. Должен быть второй. Сейчас будем искать второй. Слушай, ну вот здесь эффектнее церковь-то выглядит, чем в Ивановской области-то. Здесь хотя бы остался этот крест наверху. Ты со мной? Mm. Сашка уже по периметру, я смотрю, обошел. Или он вон туда ходил, нет? Туда он ходил? Нет? Похоже, туда я не пройду. Серег, ты где? А? А, вон ты. Нет, там есть где пройти, нет? Не, ну тогда не ходи, иди сюда. А тут смотри, да? Тут в гору. А может тут дом и стоял? Опа, вон там яма, осторожно. Видел, я в яму пролетел? Да. Интересно, куда дальше дорога ведет? Ну что, лезем в эти дебри или как? Не знаю, там еще. Слушайте, а нет такого ощущения, что это какой-то сад был? Серег, тут перекопано. Осторожнее. Вещь. Иди посмотри, тут какие заросли. Как во вчерашнем лесу. Не проехать, не пройти. Опа. Круто. Полезли в эти заросли. Круть. Вон тут какой-то вал. Я уже собрал всю паутину по местным кустам. Я даже не знаю, куда здесь телефон пропихнуть. Слушай, что это здесь действительно за провальная яма такая? Вот это склон. Круть. Да и только. Такое ощущение, как будто мы, да, по какому-то действительно фундаменту ходим, да?
потому что реально прямоугольник. И горка вот по нему насыпана. Да, мощно. Ты видел, какие здесь? Я только не пойму, что это за деревья. Здоровые. Вон они. Сзади меня. Такие широкие. Вон то кто-то подгрыз. И они очень-очень высокие. Ну где ты у меня там пробираешься? Мы вот с тобой такое ощущение, что стоим на какой-то стене. Видишь склон в разные стороны? Да. И вон он квадратный. Здесь уже не так все заросшее, но тем не менее. Она еще и обломанная. Смотрите, ага. Если за мной видно, вон там валяется ее макушка. Еще одно дерево сгнило. Трэш, конечно. Вот это береза. Мощнейшая. Да, действительно, не зря приехали. Ну тут по-любому что-то было. Прямо видно. Возможно, с большим подвалом. Но сейчас без лопаты здесь не разобраться. Я не снял относительно тебя. Относительно Сереги. Вот эта яма. Вот она. И она где-то вон там вон заканчивается. А если вот держать ровно телефон и на вытянутую руку, вон там как раз только верхушка чего-то, на чем растут деревья. Думаю, дальше здесь лазить не имеет смысла, потому что ничего мы не найдем. Там камень какой-то внизу лежит большой. Ладно. Ты заметь, что здесь вроде как лес, а грибов не попадалось, да? Так, здесь вот труха, Серег. Осторожно, перешагивай. Нет, я имею в виду перешагиваю через нее. Земля рядом вообще проваливается. С той стороны. Ну, на чем сидишь-то? А, я вам не отсюда показал, что ты сидишь. Вот там, как будто мазил, все. Где? А я думаю, там кладбище было. Не, я, знаешь что, думаю, на кладбище лазить не стоит. Тем более мы не знаем, где тут и чего было. Потому что я тоже смотрел, вокруг церкви кладбища нет. Все скорее вот оно было где-нибудь здесь сзади нас, вон там. Ну что, выбираемся, господа? Там видели, попадались остатки железа. Не, я видел, да, камень. Камни такие, плиты там лежат. Не, плиты не видел. Камень. Вот здесь? Ну-ка. Внизу. Внизу? Я видел только один камень круглый.
где там у нас? Так, осторожно, Сереж, крапива, причем сплошь. Это не могильные. Да не похоже. Раньше могильные тут были резные. Да при чем тут резные? Это знаешь, какие могут быть? Которые на могилах лежат целиком, как гроб. Ничего не написано на них. А на них и не было ничего написано. По-моему, она точно так скромная. Да кто его знает. Хотя да, тут вроде как. Да не, мне кажется, это могильные плиты. Опа. Так. Не знаю, где назад полезем. Ты с нами? Тут крапива просто. Ну мы у церкви, у помойки, что ли? Там не пройдешь, да? Можно? Крапива? Да мне тоже не особо хочется. Мне вот здесь хватило, что я через крапиву прошел. Ну ты где там, сынок? Ну давай, я тебя жду. Вон к большой березе иди. Я там проходил, там меньше. Справа от тебя, видишь, береза большая. И к нам сюда иди. Ну, ко мне точнее уже. Сашка ушел. И вот здесь я лез. Ну. Да. Это увлекательно, как всегда. Давно я не был в таких трущобах и развалинах. Так. Ну что? Идем. Я не видел, куда Сашка ушел. Ага. Оп. Вон. Тоже какие-то булыжники. Непонятные. Ты через кусты, что ли, лез? Да. А. Ну я крапиву полностью всю ногами собрал. Вот такие тут, как в страшной сказке. Так я тебе что и говорю, в помойку зашли. Надо было назад выходить, где шли. Ты же хотел, кстати, побывать сзади, с этой стороны от церкви? Хотел, да. Вот и побывал. Ну что, нашел, где дорога? Не, ну а что ты удивляешься, что они все поспиливали? И не убрали ничего. Это же в их духе, да, ребята? Поспиливать и не убрать за собой. Ты вспомни, где бы мы не были. Да уж. Че, придется через церковь выходить? Да. Ладно, пойдем, Серега. Да чтоб оно. Да. Вот это трэш. Так, Серега. Давай я, Серега, не знаю, что... Нет. Я тебе хочу сказать. Ноги. Ноги. Вообще осторожно. Потому что... Потому что... И свернуть. И ты сам понимаешь.
что ее строили не без единого гвоздя. А Санек еще и угорает над нами. Снимает. Как мы тут лезем. Так, ты где лез? Вот здесь по железу, да? Опа. Ха. Ну вот, можно открывать свой цирковой номер. Окей. Но он еще все до сих пор над нами угорает. Вот посмотрите. Ну что, ты как? Пролез? Ну держи. Можешь оттуда снять, как я туда палец. Да, она снимает. Потому что я ее не выключал. Давай. Вот как-то так. Ну чё? Мобилу. Мобилу. Ну вот, держи. Мы оказались стойкими ребятами. Ну чё, пойдем к машине? А, теперь полез Сашка. Интересно, кажется. Не, ну я просто не полез туда. Я хотел просто зафиксировать свое присутствие в этом прекрасном месте. И все. Не, место реально красивое. Как я обычно говорю, если будет возможность, посетите его. Потому что я видел, не трогай, не трогай. Ну сколько раз тебя учить, нигде никакие артефакты не трогай. Мало ли кто это и зачем повесил. Ну, уж тебя Танька этому и то учила. Ну, через меня имеется в виду. Все, ребята, я думаю, теперь мы увидимся у следующей церкви. Вот, сынок, сейчас и тебе. Но боюсь, что это будет только в виде видео для нас, блин. Я, блин, в последнее время не спал. Паша, на, шоколадку твою. А вчера что-то я не помню. Чего я не спавший? Во сколько я? Часа в 2-5 лег. Давай. Что? Гвоздя, а Санек еще и угорает над нами. Снимает. Как мы тут лезем. Так, ты где лез? Вот здесь по железу, да? Здесь вот. Опа. Ха. Ну вот, можно открывать свой цирковой номер. Окей. Но он еще все до сих пор над нами угорает. Вот посмотрите. Ну что, ты как? Пролез? Ну держи.